Жительницу Брянска оштрафовали за неуважение к обществу и власти в форме танца. Танцевала она реггетон на кургане бессмертия, и, представляешь, ей прилетел штраф 30 тысяч рублей. Но, видимо, есть места, где не стоит этого делать. Давайте все так. Верно. Я это к чему говорю, что, ребята, вы аккуратнее. Вы когда снимаете сторизы и видео, она просто это выложила. Она просто думайте, не подумала. Думайте, где призываем, вы это делаете. Да, призываем вас. Потому что сегодня танец, завтра шашлык на вечном огне. Да. Случай известный. Ребята, есть какие-то вещи, которые, ну, дороги, как память, как достижение, поэтому, ну, выбирайте, пожалуйста. Поэтому обязательно страна большая, мест много. Я думаю, 30 тысяч никто не хочет платить как штраф. И житель Ленинградской области вышел на одиночный пикет в костюме лося. Кайф. Обожаю. Вот это флешмоб. Он одиночный пикет. Он привлек лося еще одного. Или лосиху. Или... Он таким образом хотел выразить протест против... Протест против разработки карьера в поселке Пески. Ага. Пески. Ленобласть же. Это костюм лося мальчик или девочки? Тут надо, как бы, это важно. Они очень сильно отличаются? Ну, конечно. Там рога были? Потому там была футболка с надписью. Я-то думал, там парень прям заморочился, вторые ноги. Понимаешь, так, то есть, ну прям все по-серьезки. Такой ходит лось, митингует. Было бы смешно. Ребята, мы за креатив, за добро и в правильных местах. Рекорд. На рекорде. Приготовьтесь. Леша Свик, участник 5-го юбилейного ВК-фест. Полный лайнап на радиорекорд.ру. Нарисуй там, где мы с тобой будем в облаках. Я лечу далеко, и пропал мой страх. Высоты и потери, пустой политике. Можно отказаться от своего тела, но от чести никогда. Твои патроны пусты, ты идешь опять ко мне. Передо
за мной. Здесь всех с пятницей, котята. Друзья, в Челябинской области продают особняк с унитазом в форме трона французского королевства. Мы смотрим на картинку и восхищаемся с Гришей. Вы можете посмотреть картинку в группе рекордов ВКонтакте. Этот унитаз деревянный, оборудован пепельницей, подсвечником. Ливень возмездия. Специальный колокольчик издает романтичный. Главное, чтобы потом не рефлекс поменял колокольчик. Это чудо оценивают 1 350 000. Ой, ты убил. Ну, если были бы деньги. На колени передо мной. Даже при наличии квартиру можно купить. А тут унитаз. Да, да, может две квартиры купить. Смотря где. Подожди, здесь унитаз так. Покоритесь моей воли. Нас слишком часто будет теперь это слово. Давай, давай заменять. Друзья, комната отдыха. Комната отдыха. Самая странная или дорогая вещь, которая есть в квартире ваших друзей. Ну-ка, давайте, рассказывайте, у тебя есть? У меня просто вообще все достаточно просто. У меня как-то дождь, так оно, знаешь. А, подожди, ну там тогда выявить самую дорогую вещь в интерьере. Ладно, ну про вещь говорим, не обязательно вещь интерьера. Странная вещь, у меня 5 раскладных стульев для пикника. Дома? Да. Нет, я просто, мне нравятся они такие прям прикольные. Я уже 5 штук купил, я не знаю, зачем мне столько. Зачем ты их дома-то раскладываешь? Гарантар отвезти. Как я привезу. А еще и маленький стульчик прикупил. Хотя я вообще не рыбачил. Но он удобный. Ты покупайла. Тебе просто, если что-то... Да они удобные. Слушай, скидки, да, делают страшные вещи. Я иногда такой... Это песок присоски не пришла. Я потерялась где-то. Почта России, верните присоску. Верните, пожалуйста, присоску. Два браслета для смарт-браслета. Два браслета для смарт-браслета. Для смарт-часов. Я не повторяюсь. Я два раза не повторяю. Где мои? На колени предо мной. Бесплатное приложение Радио Рекорд. Вам помощь. Какая самая странная или дорогая вещь? Знаешь, повторяю. Большие друзья, и маленькие на пальчике называются. Я не знаю. У меня есть уникал, который я могу посмотреть. Просто такая игрушка, и тут ставишь ее на наклонную, качнул ее, пошел. Ну да, я не знаю, зачем мне. Лежит в коробке. У меня очень много, сейчас я понимаю, у меня очень много. У меня есть часы с усами. Которые я пишу в Германии. Ну, не... Прикольнее. Чтобы их погладить? Ничего не надо гладить, просто часы с усами. Большие наградные. Пожалуйста, ваши самые старые, дорогие вещи, которые есть у вас, у ваших друзей, вы любите. Я могу рассказать. А мне нравится, когда все так. Вот это все, я прям обожаю. Да, уют прям кайф. Ай, ты сорок белобока. Да, я сорок белобока, я Плюшкин страшный. Страшный Плюшкин. Ребята, самые странные вещи у вас и у ваших друзей. Или, может быть, самые дорогие вещи, вот которые вы не можете понять. Зачем это все? Давайте поговорим уже не Радио Рекорд, поговорим об этом буквально минут через 20, ну а прямо по курсу даже игрулечка какая, узнаете совсем скоро.
предо мной. Метеор! Like this.
друзья мои, за одну минуточку мы попробуем угадать вашу профессию. Давайте знакомиться. У нас есть Женя. Женя, здравствуй. Привет. Женечка, ты из какого города? Новосибирск. Новосибирск, отлично. Сколько тебе лет? 30. Так. Скажи, пожалуйста, ты давно работаешь в той профессии, которую сейчас держишь в голове? Да, очень давно. Очень давно. После института? Я не заканчивал институт, а непосредственно обучился на месте работы. Даже так, это прям интересно. Ну, давайте попробуем. Ой-ой-ой. Либо да, либо нет. Если чувствуешь, что начинает плыть, говоришь, проехали. Да, нет. Чтобы нас не запутать, пожалуйста, если не точный у тебя ответ. Проехали, не надо. Итак, окей. Время. Погнали. Ты работаешь на заводе радиоэлектроники? Нет. Ты работаешь руками? Да. Ты что-то собираешь? В том числе, да. Ты собираешь какие-то детали? Нет. А ты собираешь уже какую-то готовую продукцию? Лидерство потеряно. Это связано с питанием? Сейчас нет. Это связано с техникой? Техника связана, да. А это... Ты собираешь лего. Ну, ты собираешь какие-то технические товары. Ты производитель, конструктор, мастер. Это руками что-то собираешь. Я понимаю, я сейчас... Это трубы... Что это может быть? Телевизоры, то, холодильники, утюги. То, что ты собираешь, полезно автомобили. Людям. Очень полезно людям. Очень полезно людям. Важно для жизнедеятельности. Что? Для жизни людей важно? Да. Это мебель? Нет. А, мы же все про технику. Телевизоры! Договорил я. Нет. В общем, это что-то связанное с техникой. Что-то очень полезное для жизни. И что это? Да. И что? Подожди, ну давай, у нас последний шанс, Гриша. Либо пробьем по разу, либо... Слушай, время закончилось, Гриша. Опа-пэ, ты собираешь тачки? Нет. Ну, у нас сегодня просто большая научная база, много слов там. Мы собираем цвет для спектаклей в оперном театре. Давай так, ты собираешь световые приборы, правильно? Нет, готовые приборы, которые нам поставляют за сюда. Ну, занимаемся почти ремонтом приборов. А, так ты осветитель в театре. Так точно. Да, подожди, ты нас запутал, дружище. То, что ты сказал, что я собираю руками. То есть, получается, ну, как мы выяснили из «да-нет-да-нет», что ты руками собираешь какую-то технику, очень полезную для людей. Ну, это вы пришли к этому выводу. Но мы же руками собираем. Ну, слушай, собираем руками. Это ты берешь какой-нибудь парик, да, подвешиваешь его на штанкет, проводишь это к нему розетку. Продукция. Да, дружище, это ты, думали, сейчас... ты собираешь. Занимаешься оформлением спектакля, если уж по большому счету. Ты художник, ты не художник по свету, ты планшетник, правильно? Что у тебя написано в трудовой? Расскажи. Художник по свету? Осветитель. Осветитель. А ты нам впаривал за сборщика. Да, ну подожди, мы изначально не о должности, а о профессии. Правильно, это профессия осветитель. Это как раз не собирать, не сборщик. Подождите, я сейчас тоже уже да, начинаю. Да, да, да. Собирать это... Давай так, я просто тоже человек театральный. Осветитель. Я тебе могу сказать, что... оформление спектакля. Да, собирать спектакль — это все-таки внутренний термин. Потому что он собирается в том числе и декорации. Это Симвокс, и вот что ждет тебя сегодня в Рекорд Клабе. Lounge 21, Groove 404. Робби Мендес, Happening. Рекорд Клаб. Ивс Ларок, Rise Up, Gentles Remix. Рекорд Клаб. Сегодня с 23 на Рекорде. Record. Dance. If I told you that this couldn't get better, baby, and your heartbeat, it lets me know you feel the same. I can hold you, keep you safe until you fall asleep.
света. Рекорд Пуш.
В отелях Великобритании есть специальный человек, который согревает постель перед приходом гостя. Мы говорим о странных и необычных вещах, которые есть у вас, либо у ваших товарищей, а может быть, это какие-то супердорогие, какие-то китчевые. В интерьере, в квартирах, в домах. Не обязательно. Обязательно. В интерьере. Нет, не было такого слова. Просто вещь в вашем доме. Да. У моего друга висит противогаз в туалете, не пойму, зачем. Это интерьер. Ну ладно. Только интерьер. Дарил другу из магазина приколов часы, у которых стрелки идут назад, и они показывают правильное время. Друзья из поездки в соседний регион привезли на дороге. Долго думал, как использовать ее. Теперь это моя внештатная вешалка. Да, они, наверное, его списали, на дороге стоял, а они пошли. Кстати, у многих же тренажеры стоят тоже, как вешалки. Да, беговые дороги. Моя самая странная вещь – это лампочка, воткнутая в нее коктейльной трубкой. Чего она мне? Что это? Сереж, я знаю, просто в какой-то момент ты хотел засунуть лампочку в рот, понял, что не стоит, и лучше засунул трубочку. Да. Недорогая, но забавная вещица – резиновая свинья, которая дико хрюкает, когда сжимаешь ее по бокам. Я расклею на стену в ванной маски для лица, когда они высохнут, использую. Их уже около 17 штук, днем выглядит смешно, а вот ночью... Крипово. Я знаю, зачем, кстати, Анастасия, а я знаю, зачем. Для ускорения метаболизма. Самое странное, я бы назвал свою спальную кровать, которую я сам сделал из носила дерева. Очень грубая, угловатая. Выглядит, словно ей уже 50, хоть собирал в 12 году и выдавил слона. Купил бур для подводной ловли. Да, нет, четвертый год. Хожу, любуюсь. Самая странная вещь у Романа – это сувенирная тарелка из Крыма, которая стоит на полке и пылится. Кстати, есть такие вещи. Я купила обычную медную статуэтку Дейенерис Таргариен за 150 баксов. Как принес домой, только тогда понял, что что-то пошло не так, и эта вещь оказалась дорогой. Ну да, вот зачем, я не понял. У меня в интерьере много старинных магнитофонов. Вот это прикольно. У моего друга в квартире панцирь огромной морской черепахи. Он его ждал из Африки. Зачем? Мила пишет: сибирский хаски. Она красивая, как картина. Спортивная, как тренажер. И пушистый антистресс. У меня дома висит на стене мотоцикл настоящий. А можно фото? Мы не верим в группу. Можно, Владимир, скинь нам группу в рекорде, пожалуйста. Кстати, про группу в рекорде, ребят. Там у нас голосовалочка есть, поэтому можно зайти и проголосовать. Сергей Ан пишет: игра черная в школе. Странная вещь какая. Ой, хватит, хватит хвастаться. Не вопрос, это, кстати, вообще. Адрес знаешь, да, адрес знаешь, давай. Сергей Ан, давай, это. Потому что у него, мне кажется, нельзя узнавать. Давай теперь так проверим. Он богатый человек. Друзья, пишите еще бесплатное приложение Радио Рекорд. Какие странные, либо очень дорогие вещи есть в домах ваших, либо в домах ваших друзей. На рекорде.
to try. No other lips can make me cry. But there is something about the way you look. Something from my heart you took tonight. And I don't mind. And I want this, tell me if you want this. Baby, do you want this? Baby, when you got this, let me in a tank top. I can make it topless. And you wanna try me, baby, will you try me? If you wanna cop this, Don't go away, don't go away. People here tonight, but I don't need them in my life. There is something about this chemistry, so go on, take the rest of me, alright. And I don't mind. Stay. And I want this, tell me if you want this. Baby, do you want this? Baby, when you got this, let me in a tank top. I can make it topless. And you wanna try me, baby, will you try me? If you wanna cop this, Don't go away, don't go away. Don't go away. ВКонтакте и Радио Рекорд представляют главное выходные лето. ВК-фест. Пятый фестиваль ВКонтакте. 35 гектаров счастья в парке на берегу залива. Little Big, Yellow Claw, Тима Белорусских, Елена Темникова, Хлеб, Макс Барских. Более 100 музыкантов, спикеров, стендаперов и блогеров на 6 сценах. Юбилейный ВК-фест. 20 и 21 июля. Санкт-Петербург. Билеты на сайте showgogo.ru. 0+. Альфа-банк представляет фестиваль Alpha Future People. 50 тысяч гостей со всего мира. 7 сцен, 48 часов музыки, мегаватты света и звука. Более 100 мировых диджеев. Дон Диабло, Ферри Корстен, Карнаж, Шоутек и многие другие. С 16 по 18 августа под Нижним Новгородом. Выбери свое лето. Выбери свою музыку. Ты вернешься совершенно другим. Билеты на сайте afp.ru. Alpha Future People. 18+. АО Альфа-банк. Рекорд. На рекорде. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Then you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in? Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Yeah, you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care. When
just a little fun, you don't mean it. Don't think about your heart or your feelings. Let's satisfy the heart that we need it. Just gonna make it last for the weekend. Body to body, 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 body to body. I need somebody, I need somebody, I need somebody. Body to body, body to body, body to body, body to body. Body to body, body to body. I just wanna make sure that you're prepared. And I don't wanna fuss or fight, cause it's useless. Well, nothing ever felt this right, but I'm scared. Go slow, we should take it slow. You got me thinking, should I let it show? Go, go, we should let it go. Admit we're falling, can't help but let it show. Go slow, we should take it slow. Ребятушки, осталось почти три недели до ВК-феста нашего любимого 20-21 июля, парк 300-летия Санкт-Петербурга, 35 гектаров счастья, вау! Категория мероприятия 0+, дети до 7 лет идут бесплатно. Билеты и подробности на сайте radiorecord.ru. Ну и самое главное, официальный телеком-партнер фестиваля ПАО «Мегафон» подготовил крутой проект «Мегафон Вайб». В паблике ВК-фест идет голосование, там 5 молодых музыкантов. А победитель пополнит лайнап белой сцены, так что срочно заходите и голосуйте за любимых исполнителей. Вы сами выбираете, кого еще хотите услышать на фестивале. Голосование продлится до 5 июля. Ну а чтобы точно попасть на фестиваль и не заболеть, мы вам сейчас прочитаем гороскоп здоровья. Овны, нынче звезды рекомендуют вам разобраться со своими личными проблемами и воздержаться от пребывания в шумных компаниях. Нынче тельцам было бы полезно пить меньше кофе и черного чая. Близнецы, сегодня остерегайтесь респираторных инфекций, так как сейчас велик риск подхватить что-нибудь чихательное. У раков нынче возможны некоторые проблемы с давлением, поэтому постарайтесь оградить себя от тех продуктов, которые могут влиять на его колебания. Львы, в этот день прислушивайтесь не только к рекомендациям лечащего врача, но и к собственной интуиции. Девы, нынче главное для вас это настрой на выздоровление. Весы, состояние самочувствия сегодня будет напрямую зависеть от широты их улыбки. Скорпионы, в этот день вам следовало бы поработать над тонусом ваших мышц. Стрельцы, сегодня кофеин будет особенно вреден для вашего здоровья, поэтому ни кофе, ни иные бодрящие напитки вам употреблять не рекомендуется. Козероги, вам полезно проводить различные процедуры для лица. Водолеи, сегодня вы можете столкнуться с такими последствиями сильного эмоционального перенапряжения, как рассеянность, постоянная усталость и ухудшение сна. Пора собраться и исправить ситуацию. В этот день рыбам следует быть особенно внимательным к правилам гигиены. На рекорде.
Снова созывает на движение барабан. Поднимает руки даже будни города. Девочка хотела быть известной. Девочка готовилась ко всему с детства. Девочка привыкла быть только честной. Девочка не хочет быть принцессой. Девочка не хочет быть принцессой. Девочку учили быть только честной. Девочка хотела быть известной. Девочка не хочет быть принцессой. Голова набита, было битом. Баловал витаминами дом. Поломал убитый битом. Потому надо было делать бабло. Так те ребята, мило бить ребят. Но им не поймать мой пристальный взгляд. Алматы колосы нам, карапаем казакин. И я тоже вдарен, да еще ректи. Ребята, совсем скоро у нас авторубрика «Без тормозов». Есть автоэксперт Александр Штукеншнайдер. Он ответит на любой ваш вопрос про тачки. Что где-то сломалось? Какую фирму выбрать для подвески? Что вообще делать с автомобилем? Или на каком вас... пробеге избавляться? В общем, все вопросы автомобильные, локальные, либо общие, вы присылайте к нам в мобильное приложение, а через минуточек 20 господин Штукеншнайдер ответит на интереснейшие вопросы. В общем, вы поняли, да? Автовопросы, приложение, ответы. But I wish happiness for you. I know we said forever. Love don't always make it through. Sometimes even the good things get lost along the way. We opened up the same book but found a different page. 'Cause honestly, your loyalties, insecurities and priorities ain't the same. For harmony, it's the only thing I can say. I wish you well. Танцевальной музыки. Слушай наши онлайн-радиостанции. Deep. Chill House. Tectonic. Synthwave. Record. 70 станций в мобильном приложении Радио Рекорд. Слушай бесплатно и прямо сейчас. Too late to go. Waiting for the fire to
Looking for
самый принципиальный человек, который отвечает за гаджеты, это диджей Фил. Техноблок от диджей Фила встречаем. Всем привет, друзья, это Честный Техноблог, с вами диджей Фил. Расскажу вам три главные новости из мира гаджетов и технологий за сегодня. Компания Oppo показала первый в мире смартфон с подэкранной камерой. Да, друзья, в Азии сейчас проходит выставка, называется MWC Shanghai 2019. Так вот, там компания Oppo показала прототип телефона, на котором камера находится под стеклом, то есть ее не видно. Нет никаких челок, нет ничего, просто в какой-то момент, когда нужно активировать фронтальную камеру, магия происходит. Экран становится прозрачным. И оп, происходит фотография, бац, все произошло. Да, фоточки пока не очень. Да, все это работает, конечно же, только на одном образце. Но в любом случае, друзья, это говорит о том, что уже в следующем году такие камеры придут на смену обычным фронтальным. Для всех поклонников Sony, Sony Xperia 1 новый флагман приходит в Россию. Крутейшая новинка. 4К дисплей с соотношением сторон 21 к 9, чтобы вы понимали, это прям такой очень вытянутый смартфон, который больше похож на пульт от телевизора. Причем дорогущий. Ну а что касается камер. Сзади три камеры, все на 12 мегапикселей. Есть возможность записывать 4К HDR видео. Также можно снимать замедленное видео 960 кадров в секунду. 6 гигов оперативки, 855 процессор и 125 гигабайт на борту. Ну и, конечно же, компания Sony — это что? Дорогая компания. Именно поэтому, друзья, 79 990 рублей. Реально просто огромная цена нового флагмана Xperia 1. Я желаю компании Sony удачи и надеюсь, что флагман попадет ко мне в руки, я смогу его протестировать и вам обо всем рассказать. Ну а вы спросите, что там происходит у компании Huawei после того, как ее оградили от американских компаний, от процессоров, а самое главное — от Гугла. Для чего? Huawei призывает разработчиков к развитию замены Android. Так как компания Huawei разрабатывает свою собственную операционную систему, которая предположительно будет называться Hongmeng, она уже привлекла более 500 000 разработчиков для того, чтобы все программы работали не только под Android и iOS, но также и под эту новую операционную систему. Также компания Huawei заявила, что Google в связи с этими проблемами потеряет 800 000 000 пользователей. Представляете? Короче, мир скоро сильно изменится. Я буду держать руку на пульсе и расскажу вам о том, что происходит с компанией Huawei и всеми остальными. Это все. Меня зовут DJ Фил. Честный Техноблог. Берегите свои гаджеты. Я не прослушаю вам долго. Лето.